последний день осени в России отмечают День герба. В этом году исполнилось 30 лет со дня утверждения государственного символа. В детском саду номер 90 Твери прошло праздничное мероприятие. В нем приняли участие депутаты Тверской городской думы. Подробности в следующем сюжете. Государственный герб – один из главных символов нашей страны. Двуглавый орел олицетворяет суверенитет и независимость России. Он объединяет народ и выражает историческую и культурную преемственность поколений. Сегодня вот 30 лет гербу современной Российской Федерации, но Россия – это древняя, великая страна. Больше 500 лет назад появился герб, который сегодня также точно символ нашей страны. Я очень рад, что мы с вами отмечаем этот праздник. Всегда гордитесь тем, что мы россияне с вами, что наша Родина – Россия, и мы всегда с вами будем гордиться нашим гербом. На празднике ребята представили концертные номера, игру на ложках, танцы, хороводы и песни. Кроме того, ребята собрались в клубе знатоков истории. Они собрали в виде пазла герб России. Дети узнали, что символизирует каждая его часть, а также продемонстрировали свои знания. Одна подгруппа будет рассказывать, что символизирует корона. Вторая подгруппа будет рассказывать, что символизирует меч. Третья группа будет рассказывать, что символизирует крылья орла. То есть каждая группа получила свои индивидуальные задания, из которых будет вместе состоять общая картина герба. Клуб знатоков истории появился в дошкольном учреждении 2 года назад. Ребятам из старших групп рассказывают про историю России и родного края, а также про традиции страны. Вот наше будущее – мы будем стареть, будем старенькими, а надеюсь, мы будем на вас. Поэтому я очень рад, что вот у вас в глазах уже есть понимание, что на самом деле мы россияне. Мы действительно живем в большой, сильной, великой стране. И действительно, нам с вами есть чем гордиться. Подобные мероприятия помогают ребятам получить новые знания, а также воспитывают чувство гордости и любви к своей стране, верность государственным символам и умение пронести их сквозь столетия, а также сохранить исторические традиции нашей страны.